Без сессии курсовых в один миг революционер Киров стал выпускником Уральского университета. На памятник советскому большевику надели мантию и шапочку-конфедератку. Студенты его посвятили нынешние выпускники, которые столь необычным способом отметили вручение дипломов. Облачение для памятника шили сами студенты. Традицию с переодеваниями они завели в прошлом году, для того, чтобы Киров в субботу не выделялся на общем фоне мантий и черных шапочек. Выпускникам Уральского федерального на площади будут вручать дипломы. Вниманием не обошли и монумент Якову Свердлову перед корпусом УРГУ. Его тоже одели в цвета праздника.